Так, по порядку. Грани. Два. Вы его держите? Губернатор Приморья Олег Кожемяка подарил щенков Акита Ину жителям края. Глава региона выбрал будущих владельцев для своих собак через социальные сети. Каждый желающий мог написать о себе в комментариях к соответствующему посту и рассказать о том, почему именно он может стать лучшим хозяином для собаки. Это будет ваш любимый друг, и вы для него будете самое желанное хозяева, которых он будет всегда оберегать, защищать. Вот. То есть, поэтому я считаю, что одна из лучших таких собак для того, чтобы быть любимицей семьи. Так верно, друг теперь есть у семьи из Новопокровки. Супруги Татьяна и Сергей вместе с дочерью живут в большом частном доме. Рядом находится лес и течет большая река. В общем, есть все условия для комфортного содержания собаки. Придумали, как назвать? Да, Зефир. Как? Зефир. Мама двоих детей Анастасия из села Сергеевка Партизанского района тоже теперь счастливая обладательница красивого и здорового щенка. Также четвероногим другом обзавелась и семья из Уссурийска. Да он сразу, вот он, я почему и говорю, Савелий, вот он такой какой-то, как родной сразу изначально. Папка прижался. Ну, он прижимается, да, вот. Новые семьи своим питомцам через социальные сети губернатор Приморья выбирает подобным образом не в первый раз. Как неоднократно отмечал Олег Кожемяка, для содержания щенков такой породы важно соблюсти несколько условий, чтобы семья была дружной с детьми и была возможность регулярных прогулок собак на улице. Анна Дьякова, новости на Восьмом.